Необыкновенно выразительный тембр звучания самого древнего инструмента казахского народа кобыза сумела продемонстрировать на Golden Time Talent Шахназе Ильясова. Для участия в международном онлайн-конкурсе девушка отправила записи с исполнением трех произведений. Это концерт для прима кобыза с оркестром Армана Жаима, Монтеки и Капулети Сергея Прокофьева и One Summer's Day Джоя Хисаиши. Жюри и публика высоко оценили мастерство Шахназе, и как результат музыкант из Карагандинской области завоевала первое место. Жюри, услышав авторские произведения Шахназе, порекомендовали ей заявить еще и о своем композиторском таланте. Но вначале, по признанию, девушка долгое время не могла набраться смелости и подать заявку на участие. Отправляю три видеоролика в Golden Time Talent. И они еще видели мой инстаграм, то есть они на меня подписались. И они еще сказали, то, что вы могли бы участвовать еще также по композиторству, потому что они увидели в инстаграме у меня с мои произведения. Но я отказалась, потому что мне сейчас самое главное нужно было именно технику узнать кобыза, потому что кобыз, он как скрипка, то есть я участвовала в номинации «Струнные инструменты», и меня оценивали, можно так сказать, как скрипачку. Это не первый конкурс Шахназе. За плечами у девушки участие в различных республиканских и международных конкурсах. Останавливаться на этом она не намерена и мечтает завоевать признание мировой публики. А победа в Golden Time Talent даст толчок для осуществления мечты. Уже летом Шахназе представит Казахстан на одноименном фестивале Великобритании. Еще принять участие в конкурсах Италии, Испании тоже, потому что я уже узнала, как это все принимается, как это все оценивается, какие там жюри тоже за рубежом. То есть это действительно люди с мировым уровнем. То, что там очень много еще и вузов, которые хотелось бы поступить.